Ого, на халяву получили плюс 15 гемов, но это еще не все, получили сразу же еще плюс 25. Нифига себе, 40 гемов, а мы только зашли в игру. Ага, а скоро вообще получим настоящий новенький скин. Ага, осталось совсем чуть-чуть, буквально 200 яичек. Так чего мы ждем, давай их прямо сейчас откроем. Возможно, прямо сегодня мы сможем добить все это яйцо. И в конце получим настоящую финальную награду скин на база. Ага, это же будет вообще имба. Только есть одна небольшая проблемка. Гемазиков у нас не хватает. Кубик, а что если я тебе сделаю настоящий подарок и прямо сейчас задоначу гемы? Чего? Ты мне хочешь задонатить больше одного косаря гемазов? Ну, я конечно подумаю, косарь наверное слишком много. Ладно, что для этого нужно сделать? Зрителям прямо сейчас поставить лайк, а тебе просто перезайти в игру. Как ты видишь, в Brawl Stars я уже перезашел. Надеюсь, что ты поставил свой лайкосик. И давай проверим, что же Сёма в этот раз решил нам сделать. У нас появляются гемасы. 290. Сёма, ты что только 170 гемов задонил? Ну да, а сколько надо было? Ты понимаешь, что нам хватит всего лишь 2 акции, а здесь их намного больше. Ага, у меня тоже сейчас есть тот же самый вопрос. Да не, парни, вы не поняли. Вы идите в магазинчик. Я хотел, чтобы вы купили вот эту акцию. Опа-на, скин на Ниту? Мега Годзилла? Я даже такой не видел. Ого, выглядит круто. И походу здесь еще есть целая куча подарочков. Ага, халявные призы Стар. Окей, по всей видимости мы прямо сейчас купим эту акцию. В конце даже будет легендарный приз. Да, Кубик, мы просто обязаны его купить. Только я вот сейчас смотрю, здесь некоторые особые акции нужно еще и покупать. Сёма, а мне кажется, что нам гемов не хватит. Блин, ну если что, тогда сам еще задонатишь. Ага, это ты, конечно, круто придумал. Окей, так уж и быть, давай вот эту вот акцию на Ниту мы прямо сейчас купим. Блин, парни, может лучше еще подкопим и гемасики оставим на монстры яички? Борис, если под этим видео наберется очень много лайков, тогда я думаю, что в следующий раз мы задонатим еще 2000 гемов и, конечно же, эти монстры яйца купим. А прямо сейчас покупаем акцию за 199 гемов. Окей, осталось нажать всего лишь одну кнопку, а ты нажми на кнопку подписаться, потому что новый скин уже залетает к нам на аккаунт. Ого, это Нита по всей видимости умеет еще и летать, только Brawl Stars все так же немного лагает. Да уж, непорядок. Окей, зато получили еще парочку значков и новенькую иконку. Выглядит очень круто. Ха-ха, и кажется, у меня есть одна идея. Парни, зырьте, что я придумал. Что ты нафиг задумал? Мы сейчас немножко поменяем нашу боевую карту. Сделаем дракона с ножом. Ого, выглядит прикольно. А можно сделать еще вот так вот, или вот так вот? Наверное, с кулаком самый крутой вариант. Окей, тогда просто так и оставим. Блин, а я бы лучше с ножиком оставил. Я правильно понимаю, что прямо сейчас мы затестируем этот скинчик. Хёк-макарёк, у нас на Ните еще даже мутация не разблокирована. Ага, осталось всего лишь 5 мутаций. Нужно будет срочно это сделать. Окей, откроем эти яйца чуточку попозже. Пока что погнали затестируем скин. Не, Кубик, какой тестировать? Ты что гонишь? Нужно еще открыть призы Стар. Мы же купили эту акцию. Точняк, а здесь у нас есть бесплатные подарочки. Правда, всего лишь один. Ну ладно, этот приз мы все равно прямо сейчас откроем. Ага, а в конце откроем настоящий легендарный подарок. Мне кажется, там будет что-то очень крутое. А пока что ничего крутого нам не положено. Или всего лишь монеты. Вот блин, реально какой-то отстой. Тогда предлагаю купить еще монетки за 49 гемов. Хёк, макарёк, еще и гемазы тратим на настоящие монеты в Brawl Stars. Никогда не думал, что до такого у меня жизнь дойдет. Кубик, вообще-то это были не просто монетки, а еще целая куча подарочков. Окей, они прям светятся, прям так и хотят, чтобы мы их прямо сейчас открыли. Давай тогда медлить не будем, сразу же это сделаем. Только надеюсь, Brawl Stars хотя бы ну на капельку перестанет лагать. Нет, не перестанет. Так, парни, эти подарки открывать буду я. Мне кажется, что я здесь из вас самый везучий. В этом я, конечно, вообще нифига не уверен. Поэтому открывать лучше будем по очереди. И как ты понимаешь, сейчас моя очередь. Кубик, надеюсь, тебе повезет. Ага, это мы прямо сейчас узнаем. Да уж, походу везение просто проскочило мимо меня. Я же говорил, нужно, чтобы я открыл эти подарки. Нифига подобного, сейчас моя очередь. Парни, как вы думаете, что там будет? Надеюсь, выпадет хотя бы эпический, или еще лучше, мифический, или легендарный подарок. Угу, размечтались. Так, все, я готов открывать, и у меня
Эпический! Ого, Борис, ты пока что самый везучий! Надеюсь, что из этого эпика мне повезет и выпадут! Топлю, нафига они нужны? Да уж, везение также проскочило мимо Бориса. Все, достали вы! Остальные подарки открывать буду я! И мне, конечно же, повезет! И, по всей видимости, это последняя парочка призов Стар, которую мы сегодня откроем. В смысле, с чего это ты взял? Потому что у нас немного закончились гемы, это же логично! Не, Кубик, не переживай, у меня есть одна гениальная идея. Сейчас я только сначала еще один подарочек открою. Нифига подобного, сейчас открывать подарок моя очередь, а потом послушаем, что у тебя там за идея за такая. И у меня, кстати, сверхредкий, хотя бы чуточку получше, чем у этого Сэмэна. Ну не знаю, на самом деле тоже выпала какая-то фигня. Ладно, давай рассказывай, где ты хочешь взять еще 4 гемаса. Кубик, я думаю, что я их возьму намного больше, потому что у нас ведь есть настоящий Бравл Пасс. И что? Ты хочешь просто забрать гемы из него? И это весь твой план? Конечно, Кубик, план же вообще гениальный. Забрали 30 гемасиков. И вроде бы можем забрать еще гемы. Да, еще 30 штук. Ого, так это получается то, что нам хватит, возможно, на всю акцию? Да, Кубик, я же говорил, нам нужно 49 гемов потратить, а потом еще 49 гемов. Ага, купим монетки, и в конце будет настоящий легендарный пристар. Думаю, что он будет не зря. Перед этим сначала только нужно монетки забрать, и я уже это сделал. Да уж, потратили 49 гемов на монеты. Надеюсь, что ты хотя бы не забудешь поставить лайк, ведь он абсолютно бесплатный. А мы продолжаем открывать бесплатные подарочки. Ага, те самые призы. Так, сейчас моя очередь. Надеюсь, что мне повезет. Да блин, опять сверхредкий и очки силы. Да уж, я вообще не понимаю, что в последнее время происходит с Brawl Stars'ом. Эти призы Star просто взяли и максимально уронили свои шансы. Возможно, из-за того, что появились настоящие монстры-яйца. Ведь в них сейчас самый крутой дроп в игре. Ага, зато вот из этих призов Star нам просто нифига не выпадает. Парни, а зачем мы тогда тратим на них гемы? Может, мы лучше монстра яйца купим? Борис, мы тоже это обязательно сделаем. Мы ведь уже договорились, если на этом видео наберется очень много лайков. А мы пока что просто продолжаем открывать все вот эти вот призы. Ага, тем более в конце нас ждет легендарный. А это значит, что из него точно выпадет что-то крутое. Надеюсь, там хотя бы не будет каких-нибудь монет или удвоителей. Это тогда будет просто самый настоящий эпик фейл. Ага, я бы тоже лучше хотел увидеть там кредиты или какой-нибудь топовый скин. Как ты понимаешь, бравлеры на моем аккаунте выпасть уже не могут, потому что у меня есть абсолютно все бойцы. Поэтому придется выбивать настоящие скины, ну или кредиты, чтобы прокачивать солнечную славу. Кстати, судя по подсчетам, если я все правильно сделал, в этом сезоне вроде как у нас должна появиться солнечная слава. Ого, Кубик, ты серьезно? Так может мы прямо сейчас ее активируем? Не, прямо сейчас, скорее всего, этого сделать не получится. Там нужно сезон до конца пройти, и тогда будет все просто идеально. Окей, тогда прям после этого видосика приступим к выполнению квеста. И еще нужно будет, конечно же, не забыть затестировать этого новенького бравлера Ниту. Ого, Кубик, ты видел, сколько у тебя на ней кубков? Нет, немного пропустил. А сколько там было кубков? Видос перемотай на 5 секунд назад, и сам все узнаешь. Я-то не могу этого сделать. Надеюсь, что подписчики, вы прямо сейчас в комментах напишите, сколько там было кубасиков у Ниты. Просто я этот момент реально немного упустил. А там, кстати, было очень красивое число. Борис, а ты мне сам тогда его просто сказать не можешь? Не, потом комменты почитаешь и сам все увидишь. Ёк, макарёк, еще друзья называются. Ладно, все с вами понятно. Тогда вместо вас просто буду открывать призы Star. Вот смотри, мы уже открыли целую кучу призов, и пока что самый лучший приз был эпический. И то из него выпали какие-то очки силы. Кубик, ты тоже думаешь, что нам нифига не везет? А вот это мы прямо сейчас узнаем. Есть еще один эпический подарок. Мы его открыли и получили сразу же новенький скин. Ого, скин на Грея, детектив. Выглядит прикольно. У меня, конечно, на Грея вроде как другие скины есть. Но это все равно неплохо, ведь мы только что его получили абсолютно бесплатно. Ты че, гонишь? Мы так что-то уже потратили почти что 300 гемов. Ну, мы же там еще получили скин на Ниту и еще целую кучу призов. Поэтому можно сказать, что выбили его реально бесплатно. Ну не знаю, мне кажется, ты немного ошибся. Так, парни, ну че, готовы покупать следующую особую акцию и забирать легендарный приз?
Парис, давай, конечно же, прямо сейчас это сделаем. Тратим еще 49 гемов. Монетки уже залетают на аккаунт. А теперь открываем легендарку. Парни, погодите. Мне кажется, я знаю, что нужно сделать, чтобы у нас точно увеличили шансы. Ну и что же? Что ты задумал? Давайте прямо сейчас затестируем этого новенького бравлера. Ха-ха, чур, первую катку играю я. Окей, Борис, надеюсь, что ты нас не подведешь. Так, я бы, конечно, робота взял, но сначала хочу затестировать скин и проверить, как же выглядит наш Мишка. Ну, в этот раз, конечно, будет Годзилла, потому что в этом скине именно он. Ну да, да, ты все правильно понял. Интересно, он будет таким же гигантским? Ну, не знаю, я прям очень сильно сомневаюсь. Давай его заспавним и... Ну, да, какая-то микро его версия. Блин, Кобик, а чё он такой маленький? Я на самом деле тоже думал, что он будет хотя бы капельку побольше. Он вообще оказался такого же размера, как и сама Нита. Даже обычный медведь Brawl Stars намного больше. Кажется, здесь какая-то подстава. Ага, и подстава сейчас будет, если Борис сольет эту катку. Нифига подобного, я такого не допущу. Я, конечно, понимаю, у нас очень плохие шансы. Но все равно шансы на победу еще остаются. Надеюсь, что ты, конечно же, прямо сейчас это сделаешь. Ага, я постараюсь. Давай, Борис, срочно снози абсолютно все эти здания. Но мне на самом деле кажется, что тебе бы желательно все-таки взять Годзиллу. Ага, я тоже уже это понял, потому что у Ниты даже нету этой мутации. Ага, надеюсь, что хотя бы она прямо сейчас выпадет. Сейчас мы только парочку яичек откроем. Кубик, для того, чтобы открыть эти монстры яйца, сначала нужно сыграть целых 6 каток. Окей, сейчас мы тогда сразу же это сделаем. Кубик, смотри, у их города остался всего лишь 1%, и походу мы выиграли. Окей, победа все-таки была устроена, это хорошо. Так, ну чё, теперь я гадочку сыграю. Ой, чё-то я сомневаюсь. Сёма, может лучше не надо? Надо, Кубик, надо. Пару минут спустя. Кубик, они прямо сейчас одолеют наш город. Остался всего лишь 1%. А я, походу, их сломаю намного быстрее. Блин, а я чё, не успел сломать последние 3 здания? Да уж, я ж тебе говорил, лучше тебе играть не надо! Кубик, да мы просто зато посмотрели анимацию поражения, она там просто какая-то грустная. Угу, это я уже понял. Окей, теперь моя очередь сыграть катку, и надеюсь, что я хотя бы смогу затащить! Все, блин, взял и все, обломал! Ага, это реально было максимально глупо. Так, окей, я взял сразу же Годзиллу и пошел в атаку! Еще пару минут спустя. Ой-ой, парни, у нас, походу, настоящие проблемы. У нашего города осталось всего лишь 2%. Ага, но у вас еще есть шансы уничтожить их город. Борис, ты понимаешь? Сейчас еще один противник подберется к нашему городу, и это просто будет ГГ. Мы такого, конечно же, допустить не должны. О, так у них все домики в одном месте. Кубик, у тебя есть шансы. Ага, прямо сейчас постараемся это сделать. Так, Фрэнк, не трогай меня. Я хочу выиграть эту катку, и, походу, у нас сейчас это получилось. У нас оставалось всего лишь 2 здания, и мы все равно выиграли. Чего, блин? А почему мне так не повезло? Потому что ты, Сёма, настоящий нубик. Окей, давай я тебе докажу, как нужно профессионально играть в Brawl Stars. Чё, хочешь еще раз попробовать? Сёма, тебя жизнь вообще ничего не учит. Это мы сейчас проверим. Кубик, у нашего города остался 1%. Походу, это... ГГ. Да уж, а вы им даже половину не разрушили. Окей, все с тобой понятно, профессионал в Бравл Старсе. А, так это просто против нас чуваки жесткие играли, видишь? Мне даже аутсайдера дали. И что? К чему ты вообще намекаешь? Потому что мне нужно попробовать еще разок. Сёма, может лучше не надо? Блин, ну это, конечно, возможно, реально какое-то совпадение. Но я все время проигрываю. Сёма! Я тебе сразу об этом сказал! Ты почему меня не слушаешь? Так ты же сам видел, в первой катке мне вообще чуть-чуть не повезло, а во второй попались аутсайдеры! Ага, а в этой ты просто сейчас возьмешь и сольешься! Вообще-то еще есть шанс! У нашего города остался 1%! Сёма, ты сам-то в это веришь? Вам еще нужно 40% разрушить, осталось всего лишь 20 секунд! Если за это время зрители все-все-все успеют поставить лайк и подписаться на канал, тогда я точно выиграю! Окей, вы, конечно, попробуете это сделать, но мне кажется, что все равно будет бесполезно, потому что прямо сейчас Сёма уже сольется. За 5 секунд точно невозможно выиграть этот город, но возможно успеть поставить лайк. Ты же успел? Кубик, я если что это сделал, а Сёма опять слился, дурак, блин. Так, все, парни, последний раз, последний шанс, сейчас я исправлюсь. Сёма,
Вот у меня есть такое предчувствие, что больше ты играть вообще никогда в Brawl Stars на моем аккаунте не будешь. Да это все какая-то фигня. Мне просто с тиммейтами не везет. Ага, нам вот с Борисом везло, а тебе не повезло. Это просто ты, нубас, признайся в этом. Так, смотри, мы сразу начинаем открывать эти монстра яйца из первого блинги. Теперь будут монстры яички за поражение, потому что Сёма слил целых 4 катки. Ага, и нам дали целых 4 приза стар, причем обычных редких. Это реально просто какая-то фигня. Хорошо, хотя бы мы с Борисом парочку каток выиграли, сразу же получили парочку монстра яиц с монетками. А второе было с блингами. Тоже как-то не очень. Да уж, это я называю настоящая подстава. Да ладно, Кубик, все нормально. Мы зато теперь можем зайти в призы. Во-первых, забрать значок на Шелли, потому что мы как-то забыли это сделать. Кстати, а вы уже играете в Squad Busters или нет? Мы вот с Кубиком в первый раз сыграли. Ага, и пару дней назад на моем канале даже вышло видео. Интересно, мы его смотрели или нет? Кубик, какая разница? Мы теперь должны открыть легендарный приз. У нас ведь увеличили шансы. А это значит, что сейчас выпадет что-то крутое. Окей, давай просто это проверим. Подарочек мы сразу же, конечно же, готовы открывать. Легендарный приз Стар. Юху, Кубик, давай твои ставки. Как ты думаешь, что там будет? Я очень сильно надеюсь, что это будет какой-нибудь новенький топовый скин. А если ты тоже хочешь получить легендарный приз и легендарного бравлера, прямо сейчас поставь лайк. Обязательно подпишись на канал. И не забудь, конечно же, глянуть следующее видео, которое здесь уже появилось. Тебе осталось на него нажать, а я нажимаю на легендарный приз. И это будет пассив канале. Ну, пару тысяч монет сэкономил.